Красивые виды, прекрасный воздух, запах почвы после долгого дождя. Ну а что если этого в один миг не станет? Мы живем очень мало, если судить время со стороны планет. Мы успели за короткий период нанести куда больше негативного влияния на окружающий нас мир. Так давайте разберемся, как человек влияет на мир, и мир влияет на человека. Под понятие мира первое, что нам придет в голову, это, конечно же, природа и экология. А второе – это общество, в котором мы так или иначе находимся. Начнем с первого. Чем важна экология для человека в данный момент? От особенностей Земли зависит здоровье всех живых организмов, а также качество выращенной пищи на нашей планете. Экологические проблемы важны для всех. Так или иначе, все в мире связано между собой, и если в одной сфере происходят проблемы, то это коснется и других сфер, которые также пострадают в той или иной степени. Разрушение среды обитания происходит в результате деятельности человека, добычи природных ресурсов, роста населенных пунктов и сельского хозяйства. Другие важные факторы включают лесозаготовку и промышленную рыбную ловлю. На заре цивилизации, в эпоху охоты и собирательства, человек полностью зависел от внешней среды. Он должен был выживать, только присваивая данные ему природы продукты – плоды, ягоды, мясо и шкуры животных. Но как мир влияет на человека со стороны природы? Естественные процессы в земной коре и атмосфере, провоцирующие землетрясения и цунами, тайфуны и разрушительные силы ураганы наносят существенный урон возведенным городам и поселениям. Загрязненные химической и тяжелой промышленностью, в том числе токсичными отходами Земля, растения и атмосферы также влияют на население планеты, провоцируя развитие недугов, снижая иммунитет и ухудшая качество жизни в целом. Но с другой стороны, люди неразрывно связаны с природой тысячами нитей. От состояния природы зависит жизнь человека. Природа дарует нам ресурсы, ветер, солнце и очаровательные виды, которые не только умиротворяют нас, но и вдохновляют. И исходя из этого, я призываю обратить внимание на экологическую проблему на озере Байкале. В связи с нынешней тенденцией рост туристов глобально увеличился, а вследствие с этим и мусорные отходы, оставляемые человеком. Также стоит обратить внимание на незаконное срубание лесов и неправомерную застройку вблизи объекта территории наследия ЮНЕСКО. Чем дольше мы закрываем на это глаза, тем больше мы вредим нашей природе и нашему культурному наследию. А как же насчет общества? Как оно влияет на человека? Общество влияет на становление его личности лишь с момента его рождения до юного возраста. Оно определяет его мировоззрение, его приоритеты, культуру, знания, образ мысли и другие аспекты жизни. Но в осознанном возрасте общество должно уходить на второй план и должна играть некую посредственную роль. Ведь если человек будет постоянно идти на поводу у своего окружения и будет всегда пытаться быть в комфортной зоне, то он не будет расти как в личном, так и в профессиональном плане.
И только он тот человек, кто должен заботиться о себе. И чем раньше он поймет это, тем лучше для него же в будущем. Все те навязанные мнения людей никак не должны повлиять на его судьбу. И независимо от обстоятельств, стоит лишь научиться быть наедине с собой, то можно добиться куда более громадных результатов. А окружать себя стоит лишь поистине верными и близкими людьми, которые не только готовы помочь в трудную минуту, но и смогут поддержать важные моменты. Вопрос лишь в том, готов ли ты этому соответствовать, и есть ли в твоем окружении те, кто подал тебе руку в тот или иной переломный момент.